Липецкий бушлат. Таких мы уже находили немало. В квартирах зачищали, все такое. Нацисты водятся очень много, практически все тут нацисты воюют с нами. Обстреливаем там, это заходим, просматриваем, находим нашивки, символики. Много? Шевроны очень много, прям пачками. Нацистской, прям пачки нацистской, да, символики? Да, да, вот такие вот, типа наподобие этого. А еще есть? Ну, или, как бы с собой не брали. Ну, а вот этот валялся рядом, я поэтому вам и показал. Находили уже уйму таких. Ну, реально находили. Зачищали квартиру, там все нацистские символики.